Фантастик говорит: добрый день, хорошего стрима, почему последний победный? А вот для интриги. Вот я уже начинаю сомневаться, что пройду XCOM, потому что адвент, конечно... Ладно, неважно. Что я хочу? Сегодня у нас новый трай, без шуток, потому что прошлый был очень плохой. Главным образом из-за того, что третий регион мы долгое время не могли подключить. Из-за отрицательных событий, из-за того, что появились в Австралии. Там у нас два выхода влево-вправо, и везде был блок по количеству разведданных. Мы развивались очень медленно, адвент развивался как обычно. Что я хочу изменить в этом трае? Я настроен очень серьезно, поэтому взял с собой ручку и взял с собой ноты. Ноты не с целью их чтения, а с целью записать план для себя, про который я, конечно же, забуду, но тот факт, что я сейчас зафиксирую, это уже будет хорошо. Что я хочу? Первое. На секретные операции у меня идут всегда штурмовики, причем идут актуальные штурмовики. Секретные задания... Задания, штурмовики. Почему? Потому что на секретных заданиях они очень типовые. И для того, чтобы выполнять их стабильно, нужно, во-первых, актуального уровня бойцы, то есть не брать новобранцев. И, во-вторых, ты часто встречаешь двух людей на старте. И тебе нужны, во-первых, максимально мобильные люди для того, чтобы принимать решение, если что, валить. То есть 16+ нам нужно. И, во-вторых, люди, способные, по крайней мере, выиграть ход. Они могут выиграть ход за счет ранангана и дугомета. Почти гарантированно. Поэтому два штурмаша. Даже не ниндзя плюс штурмовик, а именно два штурмаша у нас идут на секретное задание. Скорее всего, надо будет еще сделать третьего штурмовика, чисто для... Вот. Виваби, привет. Что еще? Попытаться выполнять задание на освобождение региона с приоритетом. И для этого я, наверное, возьму сразу жнецов в качестве фракции, чтобы было проще выполнять те миссии, которые... Короче, освобождение региона. Это наш главный приоритет, потому что только из-за... Благодаря освобождению регионов мы можем более-менее спокойно собирать деньги, которых всегда не хватает. Освобождение региона. Так, что у нас хорошего было? В зоне испытаний нам понравился топор, обязательно будем делать топор. Если, конечно, будут деньги. Ну, сначала морозка, потом топор. Это понятно. По составу тоже более-менее понятно. Ставить ли инженера на секретные задания, я пока не знаю. Вопрос, сколько у нас будет инжей. Ну, типа с бустом, чтобы делать. Хелс, привет. Так, что-то еще. Ну, ученые-инженеры, понятно, по классам снайперы все-таки будут в качестве людей, которые будут в убежищах сидеть и качать товарищей. Про них я постараюсь тоже не забыть. Ну все, максимум разведданных, максимум миссий, минимум фейлов, погнали. Жнецов берем. Погнали. Приказывает, привет. Сектор ку-ку. Ку-ку. Сектор ку-ку на барабане. Снайпы не нужны? Я избавился от медленных классов. То есть у меня сейчас для того, чтобы проще выполнять миссии, а проще выполняешь миссии, тогда они почти все с ограничением на количество времени. И поэтому тебе нужны люди, которые быстро убивают. Именно поэтому я избавился от пулеметчиков, потому что сопресс тебя только замедляет. Избавился от снайпов. Сначала сделал их так промежуточными, что типа они не стоят, а идут и стреляют. А потом вовсе избавился, отправил их только на роль защитников в убежище. И даже разрушители у меня на второй план отошли, потому что не научился я ими нормально работать. Пулеметчики не вписываются в схему. Ну, не знаю для чего. Сопресс, он такой, он очень пассивный. Так, это у нас тупик. Наше любимое метро, начало просто не подкачало нас. Короче, у меня есть с самого начала какая-то тактика, как вы понимаете. Я буду стараться ее придерживаться. Ну что, погнали? Ой, сейчас погоним. Ой, погнали.
Ой, два пака больших. Ну, с богом. But their beatings make them predictable. Конечно, мы 66 промахиваемся, 5. Минус офицер. Почему так постреляли, это хреново? Одного человека убили, вы чё? Ну, это рез, скорее всего. Что тут сделать? Начинаем заново. Ну, они попали, и все. От 25 до 40%. Где-то 5 выстрелов подряд. О, крыша, моя любимая. Да, только тебе придется сваливать с них. Сползать. Я вижу только троих, но вообще их четверо в этом паке, конечно же. Как мы помним. Они выходят на меня, глаза бешеные, шерсть дыбом, пошли стрелять. Ой. Ой-ой. ...75 мимо. Попали, попали. Ой, хорошо. Да зачем ты его добиваешь? Он уже мертвый. Не трогайте его. В офицера стреляй. Там человека просто... Два контрольных. Есть. Совсем другое дело. Там одного человека на гораздо более близкой дистанции мы... Только смогли убить. А тут расстреляли троих и ранили четвертого. Тут же надо... 66% что ли? Молодцы, сработало. Хотя доги еще мог сработать. Вот она, самый опасный момент. Промахнулся. У тех будет еще меньше шансов на попадание. Причем оставляют фланг. 10%! Ага, тихо. Был контакт. Вот он. Оп! Бум! Попробуем сейчас снять хп из стенки. Хп получилось, стенки не очень. Так, ну что, вопрос к сектоиду только. Как он собирается вообще? А может 30% попадем, а? А на благоренку сначала кинуть. Сейчас он тебя критом может просто ушатать, если ты не кинешь в него гранату. А, давай, я верю, что у него нет лута. Уверен, что нет лута. Изи, просто. Только, правда, это минус труп. Ладно, первая миссия первого нашего и последнего трая завершена успешно. Плюс 4. Так, эвакуация ВИПа. Ученый, большая зона действия. Но очень опасная аркадная миссия, потому что здесь будет у нас один товарищ на разведке, один товарищ, который не должен вообще попадать в поле зрения врагов. Не знаю, как нам удастся его провести. Это всегда аркада. Но VIP... Нет, не уходит. Ну, он от дрона не уходит. Все, а дальше? Если бы дрон промахнулся, мы бы могли добежать подальше немножечко. И то не факт, что эти нас бы не увидели, не пробили. Но тут стрельба, полукавер, опять 60%. И 4% крит срабатывает еще. Все, я без первого ученого остался. Это очень плохой старт. В плане исследований. Уничтожение передатчика, погнали. Ой, жалко, блин, ученый, ну хотелось бы его еще. Еще ниндзя один. Вижу первую штуку, которую можно разрушить. И нужно будет разрушить. Ходов мало. А эти не спулятся, похоже. Ну дай бог, что один пак мне сейчас дадут только. Стреляем, ребята, нужно. Пошел первый. Минус один. Гранатометчик. Попали по дальнему, четверка, хорошо. Ближнего не убили, а дальние спулились. Похоже, что спулились. Ну, дрон-то понятно. Он не такой опасный, как... Да, спулился этот пак. И, возможно, даже сектоид. Ой, плохо. Нет, сектоид не спулился. Так, у меня один ход. Один ход. Поехали, фомбичем стреляем. Пофиг на лут, сейчас важно как можно быстрее разобраться с... Ну, или, по крайней мере, ранить людей.
Ой, хорошо, ранил. Лучше Адольфом потратить гренку тогда. Чтобы снять у него армор. А рейнджером попытаться дрона убить. Пытаюсь убить дрона. Но он во фланге, он не человек может вырубить. Блин, и вак надо было кинуть. Кидаем и вак. Ходы есть. Все противники известны. Этот перезаряжается, не сможет флангануть. Но попадает 43%. Ранение легкое есть. Дрон здесь кого-то сейчас будет оглушать. Если кто-то уходит, скорее всего, пси будет. Пытается взять под контроль товарищ, но у него не было светошума. Давай, пытаемся. Да ё-моё. Очень плохо, очень плохо. Очень-очень-очень-очень плохо. 64. Давай ближе, под дым еще. И дрона попробуем хотя бы 67. Да ё-моё, что ж мне так не везет-то, а? Рискую, аркада. Подкрепы уже здесь. Опасные. А, вон еще вдали один есть. Зомбаря поднимает. Есть вак. Один ход остается. Дезориентация снята. Тут дикий риск. Если не крит, то это ГГ. И максимальный урон еще устраивает точно. Зомбаря надо дробашом убивать, потому что он меня тут развалит. Давай тоже, пожалуйста. Либо крит, либо 5 урона. Хорош. Ой, повезло сейчас. Здесь, соответственно, мы зомбаря дуплетом убиваем. Неужели разрулил, а? Капец, неужели разрулил? Планшет адвента хорошо. Дуплетом убиваем зомбаря. У него 7 хитов, у меня минималка 8. Так, видимо. Да. Срываем овервотч, получается. Отлично. Дальше флангуем сектоидом. Стреляем по нему. Молодцы. Здесь спокойно закладываем X4. Сложная миссия. И валим. Скоро подкрепа. Не обязательно того последнего убивать. Ну, попробуем 50% все-таки. С этим уже не надо будет сражаться. И не обязательно даже его сейчас с фланга убивать пытаться. Хотя ради эстетического чисто удовольствия можно. Приятно. Полетели. Сейчас будет определяющая в этом трае миссия, удастся ли нам взять ученого или нет. Если нет, я начну заново. Потому что терять двух ученых, две миссии на старте, это... с учетом раненых товарищей, это важный момент. И срабатывает 17%. Our team was ambushed and needs an evac. Firebrand is already en route. Your attempts at subterfuge. О, зато у нас в регионе ж не убийца, а жрец. Нас там ждут два штурмаша, они базового звания, но run and gun у них есть. Врагов 3 пачки, 2, 3 плюс 3. Типичные миссии, на которые я буду всегда отправлять штурмашей. Конечно. Аркадка, главное сейчас третий пак не спулить. 4-6, вероятность убить 90%+. Штурмаши на эти миссии я выбираю плотных и маневренных. И беру именно штурмашей, потому что они, в отличие от ниндз, наносят больше урона в ближнем бою.
И у них есть еще возможность, если не хватает урона, вдруг они могут оглушить. И типичная ситуация, когда у тебя два человека появляются, и ты с этим ничего не можешь сделать. То есть я сначала думал, что мы будем с вами пилить ниндзю боевого, ну, который, типа, не промахивается. Да, трое здесь. Ну, я бы подошел ближе. Так, здесь мы делаем гренку для того, чтобы снять овер, снять броню. Меня интересует, где третий пак. Пытаюсь этого хоть отрезать. Ну, это полезный фланг. Насектоидом. Хотя он может мне фланганутик и критануть просто. Это плохой. Плохой ход. Сейчас минус ниндзя будет. Здесь тоже здоровья немного. Не, лучше разделять, я думаю. То есть, чтобы не два овервотча влетало. Понимаете? А один. То есть сначала один постреляет. И я его флангану. А потом второй постреляет. Два. Защита снимается. Ну а теперь run and gun. И врыв вот сюда на второй Overwatch. Хорошо, блин, распределил грамотно. Этого, соответственно, мы с дробаша убиваем. Легко. Второго подходим, дезориентируем, попробуем этого офицера. Здесь протокол восстановления. Блин, четко, как будто как по учебнику просто. Восстанавливаем тяжа нашего. Давай, 3-5, ты, если не поцарапаешь, то убьешь. Хорош. Светошум будем кидать с полукавером. И в результате у нас появляется возможность... Остается один человек до подкрепы. Вообще разрулил по красоте. И пока без ранений. А вот это может быть. Ранение легкое. Он попал 50%. Но сейчас мы его... Разматываем двумя дробашами. Если не получится, то разматываем. Разматываем. Okay. Еще ниндзи. Давай сначала этим. Вдруг крит будет, и так убьем. Не убили. 88%. А этот пусть лечится. Ну, мне нужна мобильность хорошая. А из-за красного тумана, из-за легкого ранения Бесса, по прозвищу Шкода, она бегает медленнее. Я не смогу отправить штурмовиков снова, вот этих вот двоих, на секретное задание тут же. Надо брать замену. Кажется, у меня есть там леминг как раз третьего штурмовика. Я делал специально под... На такой случай. Ну и плюс есть миссии, когда тебе нужно не два, а три человека. Ушли, молодцы. Блин, это вот сейчас... Сейчас вот... 13-15, освободите важного пленника из камеры. Ладно, тут у нас один жнец побежал. Бежим до Ивака. Народу здесь в два раза больше, чем обычно. А, как ломать-то? Так, ну, погнали. Я пошел в аркаду на этой миссии, потому что мне давали там два с небольшим дня, но одну миссию на ученого наш ниндзя не вытащил его, к сожалению. Сейчас вот я пытаюсь вытащить первого ученого на второй попытке. Вижу уже врага. Патрол. Кого ты патрол? У нас полчата патрол. Из двери до Ивака VIP добегает, если что. Так что да, поехали. Пошла аркада. О, телефон. У кого телефон? Эй, меня обнаружили. Нет. И минус миссия. Черт. ГГ. Сейчас меня расстреляют просто. Я новый трай начинаю. Блин, нельзя отвлекаться, капец. Как вот оно так совпадает, классно, что забейте. Все, новый трай.
Ну, нет у меня ученых, понимаете, я провалил. Провалил первый месяц по ученым. Надо показать кота народу. Ну, да, это... Так, нас не с... не проявили, да? Так, давайте попробуем здесь пройти. Смотрим, какой путь. Вот это хуже. Еще третья пачка есть. Ну и вак так близко. Риск, дикий риск. Да как? Там же не показало, что будет. Ой, минус ниндзя. Все, я попал. Я попал. Как забираться, непонятно. Пытаюсь идти. Это минус ученый. Да как? И минус ниндзя. Как они здесь все оказались? Что это за... Они же были в противоположной части карты, алло. Паника на ниндзя. Как они здесь? Я же всех обошел, капец. И в результате все равно вся карта здесь. Да, и здесь полноценно действует. Царапина. Дождь повезло. Полный ход. Да, полный ход. Не успеваю здесь забраться. Есть ли какой-то способ мне спастись? Я думаю, только вот такой. Меня не будет видно. Ну и не факт, что добегу. Да, все. Минус. Я не понял, как, почему не показали мне, что там будет враг. Нереально пробежаться. И главное, пробежал один пак, второй пак, третий пак. И в результате все равно внезапно 4 пака у меня на... Просто жесть. Просто жесть. Ты видел не фул пак, а не подсвеченный, видел, который ты... Да, я понял. Современный в плену. Не взяли разведданные, сработал ивент 17%. Что, рейд за материалами? Готов? Погнали. Важная миссия, сложная, без ограничений на количество времени. Но нас мало. Очень. Миссия крайне важная, учитывая то, что тебе дадут массу ресурсов, и сила адвента не увеличится на единичку. Это типа переброска сил, насколько я понимаю. Так, я бы держался в возвышении. Все, ждем возврата. Так, там еще сектоид, там второй пак стоит. Но я вниз спускаться не буду. Все, я просто здесь жду. Возвращаются. Нифига себе. Кажется, вот наш клиент. И они возвращаются. Погнали, ребят, погнали! Здрасте. Офицер 5. Офицер минус. Этот 3, хорошо. И ниндзя заметили. Жалко. Вот это жалко. Это жалко, да.
Ну, пробуем. Да, это XCOM, друзья. Добро пожаловать. 65. Понятненько. Так, первые три человека убиты. О, слева. Идет. Как? Вы ж, вас там не было никогда. Ой-ой-ой, а я без каверов. Охренеть. Овер-овер-овер. Блин, ну что ты будешь делать? Ниндзя без всего. Ну, здесь дезориентация по любасу. Еще где-то третий пак. Я не знаю, как. Меня рашит, не рашит их. Я бы подошел так, два. Здесь верный на дальнего 80, чтобы просто ранить его. 81 мимо. Гренку на него. Не хочу врываться этим. Ниндзя. Дымчанский здесь. Ох, нас четверо. Ох, трое. И еще где-то 2-3. Этот стреляет с пистолета по ниндзе. Мажет 20. Этого мы сможем... Ай, попал, собака. 30% попал. Ладно, повезло. Я даже генку потрачу на него, чтобы жизни было поменьше. Возможно, даже ворвусь ниндзей, чтобы его доесть. Может, не доем я его. 8. Да не, доем. Главное, риск не спулить. Ну, это спулить третий пак. Фух, второй пак убили. Легкое ранение получили. Ядро Иллирия полутали. И поднимаемся наверх. Сектоид в этом паке. Ну что-то кажется, сектоид плюс дроид. Остался у нас. Смотрим. Нет, реально трое. Так, я ухожу. Буду товарищей к себе заманивать. Приходит сектоид. А этот сразу флангует. Как вы так знаете, да, блин, постоянно. Собака. Ну вот всегда они знают так. Всегда знают. Ходит. И стреляет. Full cover. Попадает. Да что ж такое? Что же вы все попадаете-то, а? Лечение, фотос. Дезориентация не знаю на кого. На этого и будем его пытаться резать. Но это не точно. Потому что, ну а что, что с сектоидом там мне делать? Хоть пытаюсь поцарапать его. Есть, отлично. Тут врывашки какие. Хреновые врывашки, Миш. Тебя везде тут штампуют. Сектоид убегает, получает ничего. Прыгает десантник. Зомбаря поднимает. Окей. Его можно с угла здесь ниндзя порезать. Да и в целом его тут флангуют нормальные люди. Овер, да, опять. Далее мы врываемся в сектоида. Скорее всего, убиваем. Нормально. Два ранения получили, но рейд за материалами вчетвером закрыли. Это хорошее, хорошее начало. Ну, типа, надо уже уходить из... прекращать активности. Но хочется денег, хочется миссий. Тут пытаемся сопротивление спасти. Ох! Итак, Дмитрий Михайлов пытается спасти... трех леммингов и отвезти их на эвак.
который находится черт знает где. Проходим. Ну, конечно, конечно! Ну все, миссия закончилась. Только не оглушение, дезориентацию дай. Оглушение, минус Дмитрий Михайлович. Один ход, минус миссия. Меня одной дезориентации здесь шатает. Вот как этих, как против этих дронов играть? Ну, леммингами ты не можешь гарантированно такие миссии выполнять. Не можешь вообще. Может, ниндзя, ну, в смысле, этим жнецом, который просвечивает, или... Жопа просто. Дмитрий Михайлович. В этом трае у меня такое количество потерь, капец. Начиная от жнеца, пара леммингов, ниндзю потерял. И вроде грубо не ошибался. Я стараюсь играть лучше, чем в прошлом траве. Просто иногда бывает такое, что ну вот, вот сейчас ты выходишь просто и все. Потерян жнец, ни одного ученого не взяли. А, провалили серию миссий. Короче, хватит на сегодня. Хорошего вам вечера. Заходите на ГГ. А, увидимся с вами завтра. Сати, я не сгорел. Что ты пишешь, что я сгорел? Я не сгорел!